Уже скоро одно из самых ожидаемых событий театрального сезона в Торонто. Гастроли театра Бориса Эйфмана с канадской премьерой балета «Чайковский про эт контра». В своей новой работе Эйфман осмысливает жизнь и творчество великого композитора, пытаясь раскрыть тайну создания его шедевров. Новая постановка – это оригинальное пластическое высказывание, напряженная драматургия и бессмертная музыка великого Чайковского. С 9 по 11 мая в Sony Center, билеты в русских магазинах и на RussianTix.com. Информация на showandproductions.ca.